мы вам сыграем сейчас пару композиций из этого альбома. А я хочу еще раз вас всех поприветствовать на нашем фестивале. Очень приятно вас всех здесь видеть в тени в этом замечательном клубе. Спасибо большое клубу СЦ. Спасибо всем гостям, кто пришли. Спасибо фонду ЮАРТ. Огромное спасибо нашим партнерам, компании Юнипро. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вам наш фестиваль стал еще красивее и краше. Всех приветствую. Приветствую господина посла. И мы продолжаем наш вечер. Пару слов Леониду, маэстро. И потом я скажу. Хорошо, тогда будем весь вечер говорить уже. Нет, вы знаете, что Борис, конечно, все время говорит про то, что только он на сцене, но до этого был еще Стив Кершоу с контрабасом. И мне кажется, я надеюсь, что не все знают, чем отличается контрабас от виолончели. Вот только тем, что, оказывается, контрабас дольше горит. Именно это я хотел сказать. Друзья, сейчас такой момент, что мы очень волнуемся, с Борей давно не играли, он все время где-то играет, но без нас. И вот это произведение будет в конце такая попевка очень красивая, из трех нот, действительно, три ноты. И нам надо будет помочь, и ваши голоса в помощи. Ждите, я все покажу. Thank you.
Сказать, весь вечер пели Иоганна Себастьяна Баха с Борисом Андриановым.
Борис Андрианов. Борис Андрианов. Борис Андрианов. До свидания, Борис Андрианов. Да. Ведь Борис сегодня еще появится. Заслуженная премия. Борис Андрианов. Мы продолжаем сегодняшнюю встречу. Спасибо за такой теплый прием. Удивительная какая-то сегодня атмосфера. Мы сыграем пару посвящений Майлсу Дэвису. И, кстати, то, что были сейчас сыграны джазовые отражения, это все совершенно вписывается в ту эстетику, которую много лет назад придумал Майлс Дэвис. From Sketches of Spain. Это всегда были эксперименты, связанные с классикой. Там Дефали, Вилла Лобос, фольклор Испании. И, наверное, он дал те примеры, которые дали смелость все-таки сделать эти баховские сюиты. Боря, спасибо, конечно. И, кстати, фестиваль «Виолончело», потому что мы конкретно показали этот проект в заряде на «Виолончело». Огромное спасибо, потому что в этом мало кто верит, кроме нас. Спасибо.